Ольга Родина в доме на проспекте Ленина живет 35 лет. За это время сменилась не одна управляющая компания. Вот и два месяца назад к работе приступила новая. Прежней организации жильцы были недовольны. Подъезды не мыли, мусоропровод был забит, текущий ремонт не делался последние 3 года. И вы прекрасно понимаете, что проживя 35 лет в этом доме, он мне, естественно, очень дорог. Мне очень дорог этот двор, в котором вырос наш сын. И поэтому я всегда стараюсь как бы принимать активное участие в общественной жизни нашего дома. В итоге жильцы решили сменить управляющую компанию. Члены совета дома обошли все 220 квартир и поговорили с каждым собственником, чтобы принять совместное решение. Выбирали год, и новые УК остались довольны. Все собственники уже видят результат. Во-первых, у нас вот с 1 мая приступила управляющая компания. Нам отмыли элементарно подъезды, это первое. Во дворах, значит, у нас постоянно с утра, где-то часов с 4, постоянно работают дворники. Какие-то цветочки там подсаживают, красят, допустим, эти вот скамеечки. В Самарской области более 400 управляющих компаний. Выбрать ту, которая создаст комфортные условия для жизни, не всегда бывает просто. В первую очередь нужно знать, когда создана компания, сколько домов находится в управлении, а также список ее услуг и их стоимость. Мой совет. Первое, что вы должны спросить у директора управляющей компании или у того представителя. Какой договор управления вы будете с нами заключать? Потому что есть модельный договор управления, который разработан Государственной жилищной инспекцией, Общественной палатой и Губернской думой. Мы его готовили, он открытый, там все прописано. Если управляющая компания готова его заключить, то, в принципе, это положительная управляющая компания, то есть она готова работать открыто. Важно и местонахождение управляющей компании. Она должна быть в шаговой доступности. Рассматривать нужно несколько организаций и попросить каждую из них составить предложение по улучшению обслуживания дома. Выбор управляющей организации, управляющей компании – это очень важный шаг, от которого зависит все дальнейшее существование дома и как вы будете жить, в каком доме и как вас будут обслуживать. Поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на то, чтобы управляющая компания соответствовала и выполняла все лицензионные требования, которые предъявляются действующим законодательством. Для того, чтобы сменить обслуживающую компанию, нужно за месяц до истечения срока договора направить в УК уведомление о том, что продлевать документ на прежних условиях жильцы не хотят. А подобрать новую управляющую компанию следует еще до того, как откажетесь от старой. Мария Елчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.